Как защитить детей-сирот и тех, что остались без попечения родителей, обсуждали сегодня и депутаты областного законодательного собрания. Региональный закон, который включает в себя различные меры социальной поддержки, и они уже действуют в Кировской области, привели в соответствие с федеральным. Согласно ему, дети-сироты, например, должны получить дополнительную помощь в образовании. Выпускникам детских домов и школ-интернатов, которые решат получить профессию, будут выплачивать повышенную государственную стипендию и ежегодное пособие на покупку учебников. Размер выплат будут устанавливать в правительстве области. Кроме того, в нашем регионе, как и по всей России, сейчас стараются выполнить указ президента и использовать европейский подход к решению проблемы сиротства. Президент озвучил, что надо как можно больше сокращать детские дома, а детей брать в приемные семьи. Конечно, наверное, это был бы большой плюс. Но на сегодняшний день все равно многие осторожно к этому вопросу относятся, потому что многие не знают, что за дети, откуда дети. Дети часто бывают с определенными патологиями какими-то. Но это, я считаю, тоже такой вопрос.